Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, ну что, мы можем с тобой улучшить дровницу, да, вместе с лоханью. Но для этого требуется дофигище бревен. То есть мне еще 100 тысяч надо. Хорошо, давай смотреть, что мы тогда можем здесь сделать другое. Обучение древоруба подошло к концу. И как раз вовремя, а то конец бы пришел нашему лесу. Ага, мы с тобой выполнили это задание. Спасибо, Грамгильда. Не уверена, что я расправилась с этим древорубом в одиночку. Скуак, скуак. Скуак. Ладно, так, а это у нас прокачался, да? Какой он уровень имеет? 7-й. Слабенький еще. Так, тоже подкачался, да? Он имеет у нас 16 уровень, это шокохват. Так, что у нас тут происходит? А ну-ка, 4500 бревен он у нас насобирал. Так, ну что, я думаю, наверное, надо нам с тобой открыть паки, посмотреть. Еще немножко, ребята, и мы с вами 1500 рун накопим. Так, выпадает мне Громель, Шепот Смерти, Громорог и все. Да, тут у нас руны, рыба, бревна и необычная кость или зуб, непонятно, что это такое. И я предлагаю, наверное, еще монетки Одина и теперь уже сам пак. Бревна, опять же какой-то зуб, рыба, руны. Слушай, ну смотри, неплохо у нас идет по рунам, если честно. Что-то у нас тут, по-моему, новенькое задание какое-то появилось. Кажется, этот древоруб еще не наигрался. Нужно измотать этого древоруба как следует. Так, повысить уровень древоруба на 3 и поручите древорубу добыть 10 тысяч единиц древесины. Так, где у нас древоруб? Вот он. Но для того, чтобы его прокачивать дальше, нужно отправить на тренировку. Пускай идет, тренируется тогда. А мы с тобой пока вот эти вот задания, наверное, продолжим делать. Так, ладушки. Давай, наверное, сделаем с тобой строительство. Пускай летит. А здесь мы с тобой закажем... А здесь мы с тобой закажем гора. Пускай и летит в горы. Бесплатно, конечно. Так, ну что, надо отправлять их на поиски. Кстати, ребята, я вот не могу понять. Смотри, написано 46 тысяч бревен он может достать, да? Но за 14 минут он столько не добывает. Смысл тогда вот это вот писать? Я, честно говоря, не пойму. Ладно, пускай он идет, добывает бревна. Здесь мы с тобой тоже отправим чувачка за рыбой. Вот это да, рыбу неплохо добывает, по 10 тысяч. Так, ты пойдешь у меня бревна добывать. Секунду, кто у нас тут еще очень хорошо может? Вот. Тоже лети за бревнами. Так, ну, а ты пойдешь уже за рыбой вместе вот с ним. Так, а ты у меня пойдешь за бревнами. Так, все, здесь мы уже больше ничего не можем. И за рыбой, наверное, тоже не сможем отправить. Подожди-ка, сейчас глянем. Ага, нет, за рыбой смогли. Окей. Нюхохвата, я думаю, надо поменять. На 12 уровне он слишком мало добывает рыбы. Бревен. Может быть, кто-то у нас есть получше. Так, мы какие-то с тобой задания выполнили. Давай-ка здесь заберем награды. Еженедельные. Тут, к сожалению, пока ничего нет у нас. Подожди-ка, ага. Получить все. Здесь мы справились. Здесь у нас с тобой открыт пак. Громель, ужасное чудовище. Древоруб, водорез. И все, да? Этот пак еще с третьей арены. Так, давай-ка мы, наверное, его активируем. Сегодня обязательно сходим на арену и понабиваем паки. Нам нужно еще с тобой пак вождя добыть. Так, Беззубик, что нам с тобой делать? Могу тебя отправить на тренировку. А с другой стороны, зачем? Давай-ка мы, наверное, его... А что тут у нас? Что вы мне тут показываете? Лавка Одина. Золотой набор. Скоро можно будет, ребята, его активировать, купить. Грязи луж. Слушай, это случайно не водорез ли у нас, а? По-моему, это он. Так, сейчас... Посмотрим. Да, ребята, это водорез. Я не понимаю смысл
Ну, эксклюзивный, да? Грязи луж его почему-то звать здесь. Это, по идее, тот же самый дракон. Ладно, мы этого отправим на поиски. Кого мы с тобой еще не нашли здесь? Мы с тобой не нашли вот здесь вот, ребята, Тихократ и Страхокол. Ну, ты сам понимаешь, да, шанс на поиски, конечно... Ой, подожди, подожди. Шанс на поиски очень-очень маленький. Долго, конечно, они будут летать, 6 часов, да? Ну и шанс поймать такого дракона, конечно, очень мал. Ну что, вроде бы здесь все основное сделали. В любом случае, нам нужно с тобой 200 тысяч бревен. Так же, как и 200 тысяч рыбы. Так что пошли с тобой на арену. Ну что же, схватки. Кстати, вчера играл, ребята, и проигрывал очень-очень часто. Не знаю, в чем проблема. Может быть, надо заменить колоду. Опять та же самая, ребят. Вот именно вот такой вот командой меня и валят здесь. И ничего не могу сделать. Ладно, постараемся отбиться. Ох, так у него, правильно, у него 9-й уровень. 9-й уровень. Ну и что я тут сделаю? Ладно, давай куснем. К примеру. Что здесь можно? Ну, огреть. Давай его оглушим. Этот у нас наносит двойную атаку. Этот имеет баф, ребята. У него баф, он вешает массово усиленную атаку и, насколько я помню, усиленную защиту. То есть его бы, по идее, как бы первым надо ушатать. Блин, нифига себе, массовая атака была. Так, одного уничтожили. Давай теперь, наверное, вот этого будем бомбить. Я не хочу позволить, чтобы он здесь вешал свои бафы. Но, правда, атака по нему пониженная. Ай-яй-яй. Что ж ты делаешь, а, Ирод? Что ж ты делаешь-то? Давай печатать его. Надеюсь, попадем. Отлично. Все, теперь он не будет делать свои суперудары. Но с этим, я думаю, мы разберемся. Да? В принципе, здесь никаких проблем не должно быть у нас. Воу. Да. Ты сейчас только что видел, да, что произошло? Ну что, блочим? Конечно же. Если мы его будем блокировать, ребята, он ничего нам не сделает. По крайней мере, свои суперудары он уже не будет применять. И мы его должны быстренько с тобой разобрать. Так. Ух, опять блочим. Это 9-го уровня, не забывай. А у меня какого там? 7-го. Чувствуешь разницу? Здесь, кстати, в 2 уровня разница очень, ребята, чувствуется. Даже в 1 уровень чувствуется. Так, ну что же. У нас еще, не забывай, есть жутик, которого я, ребята, еще даже не прокачивал и не смотрел, что он умеет делать. Надо будет как-то им заняться вплотную. Ну что ж, давай следующую сразу битву. 7-й, 7-й. У меня вон только этот, Вострозуб 8-го уровня. Отстаю. Надо прокачивать их. Надо прокачивать мне моих. Блин, вот этот вот, кстати, вот его надо в первую очередь. 9-го уровня опять, а? Ох, сейчас будет вжаривать. Ох, сейчас он будет бомбить-то моих. Так, ну-ка. Ага, укусик. Этот у нас что делает? Вгоняет в сон, да? Да ты достал уже. Давай-ка этого оглушим с тобой. Вот так вот. Да ладно. Так, ну-ка, уничтожили. Оу, ты посмотри, а. Как же тебе повезло, а, мелюзга. Как же тебе повезло-то сейчас. Выжил, ребята, на микронах. Ну так, вот так, добили все-таки мы его. Не успел он сделать ход. Так, а теперь блочить. И блочить нам, по идее, надо с тобой, наверное, вот этого все-таки. Да, тот слабый по атаке, ребята, у него только ульта сильная. Что такое, я даже не попал, что ли? Не, все нормально, все нормально. Заблочили, все хорошо. Сейчас будет вгонять в сон. Интересно, и кого? Всех! Это массовая атака? Ёпрасоте! Я не знал, что это массовая атака, если честно. Офигеть, так меня сейчас тут разберут. Меня сейчас тут с такими темпами разберут, друзья мои.
Так, что делать-то? Его глушить, что ли? Или этого лучше глушануть? Давай, наверное, вот этого оглушим. Бумс. Ой! Господи, мы еще и промахнулись. Все, этому крышка, по-моему, или нет? Блин, он еще и защиту на себя поставил. Ты посмотри, а. Ну все. По-моему, чемпиону сейчас будет кранты. Так, попадешь на этот раз-то хотя бы? Попал. А толку-то, да? Я с двумя все равно не справлюсь. Я с двумя здесь не справлюсь. Ну, будем мы его, например, с собой станить постоянно. Сейчас будет этот ходить. Сейчас буду я ходить. Мне кажется, я не успею. Да здесь, ребята, понятное дело. Они все-таки повыше меня уровнем. Этот все там броню себе кастует. Все, он себе там броню кастует. Так, сейчас он ходит, потом опять я. Нет, 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 не получится у меня здесь, к сожалению. О, еще и обычная атака. Все, сейчас добьет. Сейчас два раза он ходит. До этого, в принципе, будет достаточно. Ну ты посмотри, что делает, а? Опа, на броню себе просто полностью восстановил, и все. Тяжело. Тяжело, друзья мои, мне справиться с этими, с бизонами. Я просто не ожидал, что он делает массовый сон. Я думал, у него ульта, ну, просто в сон вгоняет. А у него массовая, оказывается. Все, будем знать теперь. Так, надо посмотреть, что у нас делает жутик. Может быть, жутик прокачать? Я не знаю, может быть, он нам как-то поможет. И, кстати, почему я не могу вот здесь, на арене, взять новых своих драконов, которые у меня появились? В чем проблема, а? Почему этого мне не дают сделать? Так, подожди, 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 подожди. Отмена. Давай-ка я кое-что здесь поменяю. Я кое-что здесь хочу поменять. Так, этого я смогу улучшить? Походу дела нет. А тебя? Тоже. Кого же мне тогда здесь брать? Может быть, древоруб 6-го разряда, ребят. 6-го разряда. Этот 8-го разряда. Может быть, этого взять, а? Вот сюда вот. Я не уверен, что это хорошая мысль. Ну, просто давай проверим. До него практически никогда не доходит очередь, чтобы он сделал свою ульту. А сейчас будем смотреть. Воу-воу-воу. Тихо. Блин, опять этот здесь. И опять 9-й уровень, а? Ну ты посмотри. Везде 9-й уровень у него. Ладно, попробуем справиться. Пробуем справиться. Ох ты, как сильно бьет, а? На тебе. А, он еще отхиливается, да? При ударе. Что это такое? Блин, вот он усиливает команду, ребята. Вот он и усилил команду. Ты видел, да? Так, я даже не знаю, кого у меня. Давай этого, наверное, и продолжать добивать. Этот пока в стане постоит, сходит одним вот этим вот. Блин, мне бы массовую атаку. Я бы их в сон бы вогнал бы всех. На тебе. Так, блочим. Короче, блочим этого дракона. И добиваем. Все, осталось их двое. В первую очередь вот этим будем заниматься с тобой, потому что у него очень сильные атаки. Блин, неужели добьет, а? Практически, ребят, практически добивает. Так, снижаем ему броню. Так, будем его... Блин, уклонение сработало. Да какого лешего-то, а? Все, кому-то крышка. Понятно. Я даже не удивлен этому, поверь мне. Отлично, сейчас мы с ним разберемся. Мы обязаны с тобой разобраться вот с этим вот. Давай его всеми суператаками бомбить. Так, и добивочное остается сделать. Просто вот так вот. Окей, ну что же. Остается один дракончик. Ну, я думаю, с ним-то уж, конечно, проблем не будет никаких. На тебе. Теперь понижаем броню. Атакуем. Блокируем.
Ну все, он никуда от нас не денется, ребят. Все, ему крышка, грубо говоря. Ну что, он будет просто атаковать. А для нас это ерунда. И мы его добиваем, судя по всему, если не промахнемся. Отлично, просто великолепно. Так, ну что же. Я тебе скажу, неплохо-неплохо мы с тобой сыграли. И двигаемся дальше. Сразу же следующий бой. Ну давай, давай, давай. Так, 9-й, 7-й, 7-й. Ребята, обязательно 9 уровня присутствует дракон у противника. Блин. Вот этот и вот этот, это самые такие. Твою ж налево, блин. Этот очень сильно кусается. Этот делает ульту очень-очень сильную, ребят. Причем они все, блин, я не знаю. Давай попробуем так надо сделать. Окей, к примеру. Ай-яй-яй. Понизил, понизил мне, ребята, атаку, конечно же. Понизил атаку. И что он делает? А этот кусается. Болючий очень. Так, ух ты. Ну ничего себе, мы его разобрали. Так, теперь я буду вот этим разбираться. Как его там, громобой? Нет, 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 парнишка, не надо тут буянить. Давай-ка мы тебя блочить будем. О, уже совсем другой разговор. Но он кусается очень сильно. Поэтому, ребят, то, что я его блочу, это все ерунда. Так, кого сейчас? Удар. Понятно. Так, ну-ка, эть. Блочим. Ну, по крайней мере, пытаемся. Замечательно. Так, он начал... Что это у нас? У всех атака тут пониженная. С какого перепуга ты? Тяжело мне этого будет добить. Хотя, сделаем, наверное, с тобой вот так вот. Все. В принципе, он уже готов. Он начинает тут прыгать по всем, я не знаю для чего. Он бы уже давно-давно мог бы меня в острозубы убить. Но он что-то ерундой занимается. Так. А теперь станем. Станем, блочим, ну и просто-напросто добиваем его. Так, обычная атака. Опять же его встан. На-ка тебе. Можно было бы хильнуться, но я не буду это делать. И добивочный. Все. Идеально, ребят, победа. Как ты видишь, все у меня остались целенькими. И 30 кубков получаем. И 6 тысяч бревен, окей. Ну что же, первый пак у нас с тобой. Вождя готов. Кревет. Громобой. Так, экзотический шепот смерти. Злобный змеевик. Глыба, наконец-то, глыба, ребята, появилась. В плане, подожди, а почему второго пока мне не дали? Эй, я так не играю. Так нечестно. Мне не дали второго пока. Так, короче, смотри, 150 тысяч рыбы. Что мы можем с тобой сделать? Так, руны заберем обязательно. О, еще 10. Слушай, потихоньку, потихоньку, друзья мои, я коплю руны. 1500, еще раз напомню, мне нужно. Для того, чтобы открыть дракончика. Так, древоруб уже подкачался. И нам нужно будет его отправить, чтобы он добывал древесину. Так, ну что, принцесса огнеедов, надо тебя отправить на обучение, наверное. Пускай идет на тренировку. Так, а ты что у нас здесь? Покормить. Давай я тебя покормлю. Пускай тоже идет на тренировку. Кстати, мне надо... Секунду. Блин, не хватит у меня, да? Места уже нету. Я бы его отправил, конечно. Пускай идет, пока собирает древесину. Здесь, чтобы улучшить, 180 тысяч надо. Бревен. Не могу ничего не улучшить, ребят, потому что не хватает материалов. И здесь 180 тысяч. Кстати, вот лучше, мне кажется, академку прокачать. Наверное, да? Или построить мост. Воу, кстати, мы можем мост с тобой построить. Давай-ка, наверное, я активирую. Все. Нифига себе, 23 часа будет строиться этот мост. Так, слушай, подожди-ка, у нас же... Почему у меня не хватает викингов, блин, убрать вот эти вот камни? Я никак этого не могу понять. Я столько уже этих викингов себе сделал. Как ты видишь, у меня их 75. Разнокрыл. Разнокрыл. Кстати, нет, он слабенький пока, да? Этот тоже, наверное, слабенький. Всех-всех нужно отправлять на тренировку, ребят. Так, размягчитель. Тоже на обучение надо его отправлять. Вроде бы столько викингов есть, и все время не хватает
для того, чтобы убрать вот эти вот камни, да? Камни, дерево и тому подобное. Так, ну что у нас тут? Еще выполнили какое-то задание? Обучите трех драконов сделал. Так, получить 120 тысяч древесины. Получить 120 тысяч еды. Отправить двух драконов в приключение. И участие в задании обороны Олуха. Два раза надо. Я уже несколько раз, ребята, брал этот пак. Кстати, неплохой. Оттуда могут и драконы выпасть. В последний раз мне оттуда выпал дракон. Сейчас тебе скажу, какой. Так, это где? В академке, наверное, надо смотреть. Кстати, этого тоже надо, ребят, прокачивать. Ух ты, смотри, какой он стал. А что он не двигается? А, во-во-во. Блин, надо его на тренировку отправить. Этих тоже прокачивать. А, этот. Душитель. Так, это кипятильник у нас. Это громобой. Это змеевик. Причем змеевик у нас эксклюзивный, да, есть и обычный. Громорок. Жуткая жуть. Слушай, если честно, я уже не помню. Наверное... Он страж у нас, оказывается. Не помню, ребята, где-то получил дракона, а вот какого? Может быть, вот этого вот, разнокрыло. Ну, из пака выпало мне. Да, это я точно знаю, что из пака выпало. Ну что, ребята, пока нам здесь с вами делать нечего. Как говорится, будем копить древесину, рыбу. Так, я паки активировал. Да, все активировано. Так что увидимся уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи.